Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Я сегодня решила сделать кое-что новенькое, точнее попробовать связать балаклаву. Я думаю, это на данный момент достаточно популярная штука из вязания, да и я давно не вязала. Плюс еще, я думаю, подойдет к моим образам. Накрасим красиво глаза и будет все очень-очень красиво, трендово и модно. Плюс я еще хотела, говорю, как повторюсь, уже давно повязать и, ну, вспомнить, как я до этого вязала. Ну и выбор пал, собственно, на балаклаву. Извиняюсь, конечно, за освещение тут мое, потому что я решила повязать вечером зимой, а с освещением вечером зимой, как говорится, проблемы. И я пыталась тут что-то выставить, но более-менее получилось так. Пряжу я взяла самую простую из светофора, она стоила 190 рублей, прям такой огромный моток. Написано 100% шерсть, но не знаю. 50% шерсти и 50% акрила. Вот тут будет видно. Так, написано, на пряже нужно взять спицы 7 или 7,5 миллиметров. У меня не спицы, а крючок. Вот 7 миллиметров вроде подходит. Я так прикинула. Ну, в смысле, вот так, что вроде удобно. Брала 6, мне кажется, маловато. 8 многовато. В общем, я вроде все рассказала. Теперь переключаемся на крупный план и пробуем что-то связать. Хочу сделать примечание о том, что это не особо туториал, потому что я сама тут вяжу по туториалу. Захотелось мне показать то, что каждый может вязать, и это несложно. Туториал, по которому вяжу, я прикреплю в описании. Здесь я пытаюсь сделать круг, на который буду навязывать основные столбцы с одним накидом. Их должно быть 12 столбцов. Кстати, мне этого одного мотка пряжи не хватило. Мне понадобилось 1,5 таких мотка, и я ездила еще, докупала себе один моток. Не знаю, сколько раз я это перевязывала, но, наверное, раза 3 точно. Вот навязала 12 столбцов, и сейчас будем соединять. Вот так вот это все выглядит. Далее набираем 3 воздушные петли, и этот ряд идет с увеличением. То есть в каждый столбец предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбца с одним накидом. Должно в итоге получиться 24 столбца. Опять соединяем ряд и будем вязать следующий. Снова набираем 3 обычные петельки. Этот ряд будет вязаться немножко по-другому. Не во все столбцы будут идти прибавки, а через один. То есть будем вязать так. В первый столбец предыдущего ряда мы ввязываем 2 столбца. В следующий столбец предыдущего ряда 1. Потом в следующий столбец опять 2. Ну и так далее. Должно получиться 36 столбцов. Начинаем следующий ряд с 3 петелек. У этого ряда будет идти прибавка через 2 столбца. То есть первый мы делаем прибавку, потом в 2 следующих без прибавки и опять прибавка. Должно получиться 48 столбиков. Начинаем следующий 5-й ряд. Опять 3 петельки навязываем и будем вязать столбцы. Но здесь столбцы будут с накидом через 3. То есть один столбец идет с прибавкой, потом 3 столбца мы провязываем без прибавки и опять прибавка. И так до конца. Должно получиться 60 столбиков. Следующий ряд у нас идет без прибавок. Мы просто будем вязать один столбец в столбец предыдущего ряда. Таких рядов нам надо будет провязать около 6. Примеряйте, смотрите, чтобы доставало до
у конца лба. Вот я уже вяжу второй день, провязала я эти 6 одинаковых рядов. Булавка пометила, чтобы не потеряться, не просчитаться. Получается вот такая вот штука. Пока непонятно, что это вообще такое, но вяжем дальше. Вот мы начинаем делать отверстия для глаз. Провязываем 18 столбиков с накидом. Потом без накидов начинаем вязать такую штуку, веревочку, просто обычными петлями. Эта веревочка состоит из 24 петель. Чтобы найти, куда прицепить вот эту вот веревочку, нужно отступить 24 столбца и 25 ее провязать. Потом обычными столбцами с накидом заканчиваем этот ряд. И начинаем вязать дальше с обычными нашими столбцами с накидом. Буду так вязать, пока мне не покажется, что балаклава нужной длины. Итак, у нас уже третий день вязания балаклавы. И вот что у меня в итоге вышло. Вот такая штука. Рассказываю, что я сделала последний день. Вот эти 10 рядов у меня даже вышло. По инструкции было 9. Я шила, вязала точнее одинаковым способом. Так вот эти вот первые ряды. Все просто одинаково 10 штук. Потом я сделала завязку. Это просто обычные петли. 105 штук было у меня. Я их проделала здесь через одну, чтобы сзади затягивалось. Уши. Уши вязались так же, как вот эта середина. Точнее, начало у нашей балаклавы. И, собственно, я их прошила теми же самыми нитками, которыми вязала балаклаву. Она, в принципе, симпатичная. Все дела. Такая милая. Но, походу, я взяла не те нитки. Либо они сильно толстые, либо они сильно жесткие. Получилось так, что она какая-то супер огромная, хотя я вязала строго по инструкции. Вот. Такие дела. Получилась какая-то огромная. Давайте ее померим. Ну и вот такая шапка получается. Выглядит она громоздкая. Я немножко похожа на чебурашку или не знаю на кого. Но, скорее всего, проблема в нитках. И что я могу сказать? Строго действуйте по инструкции, подбирайте правильные нитки. Но это мой первый опыт, я кроме салфеток вообще, короче, ничего не вязала. И подбор ниток, видимо, произошел не таким образом. В общем, для какой-нибудь фоточки в инстук как раз-таки подойдет, и я, наверное, скорее всего, буду распускать и вязать себе что-то другое. Поэтому сейчас я сделаю какой-нибудь легкий, не сильно сложный макияж, одену балаклаву, покажу, как это будет выглядеть, а фоточки все будут в инстаграмчике. Ссылка в инстаграмчик, конечно же, в описании. Какой-то легкий макияж я сегодня сделала, даже нашла применение своему чокеру, который валяется уже 100 лет в обед. Поэтому давайте померяем, лишь бы ресницы не оторвались. Балаклаву со всем этим макияжем, огулетным. Ну вот такая вот штука. Блин, очень забавно выглядит. Пишите в комментариях, как вам моя балаклава, и может быть вы знаете, в чем причина, почему она у меня получилась такая не очень облегающая мое лицо. Но в целом, в принципе, неплохо, но что-то все равно не то. Вот, может вы знаете ответ на этот вопрос. Ссылки на свои соцсети, на ТикТоке, Дзены, там, Инстаграмы я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Я, честно, старалась, я не очень умею снимать видео, но я старалась. Поэтому, если хочешь сделать мне приятное, конечно же, подписывайся, ставь лайк. В общем, пока-пока.